Уважаемые сограждане, Республика Южная Осетия, Российская Федерация, весь мир переживают переломный момент. Русский мир сегодня отстаивает интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы. Первое за новейшую историю возрождения русского мира – понимание того, что есть черта, за которую нельзя отступать, случилось именно здесь, в Южной Осетии, в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость Республики Южная Осетия, за что мы всегда будем благодарны руководству и народу Российской Федерации. Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития. Однако главная историческая, стратегическая цель осетинского народа, народа разделенного, объединение в рамках одного государства. Это государство Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно. У нас была возможность воплотить нашу вековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем. Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель, наш путь, чаяние народа, и по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России.